Так, проверим пчелок. Ага. Так, друзья, у нас облет пчел. Все, пчелы проснулись. Пчелы проснулись и начали свой весенний облет. Так вот, этот ящик у меня подозрительный. Чуть ранее я смотрел. У меня тут не было ни слуху, ни духу. У меня вот этот отводок зиму пошел очень слабым. Вот я им оставлял корм. Потом посмотрим. Так, друзья, давайте я тоже откроем верхние литки, потому что уже весна. Наверное, я думаю, что им уже можно открывать литки. Вот так вот. Раз. Два. Точнее. Давайте откроем вот этот. Чтоб туда не могли попасть мыши или что-то такое. Отныне мы оставим их открытыми. О. Атакуют. Постараюсь обойти с тыла. Чего вы такие злые, а? Чего вы так нервничаете? Осторожно. Вот так, все. Вот, пчелки облетываются, я не знаю, ну, скорее всего, на видео вы это не видите. Тут все видно. Тут все видно, друзья. Они уже несут пыльцу даже. Вот. Наношу это пчелки пыльца. Значит, работают уже. Вот так вот. Любитель пчеловод.
У меня пчелки уже проснулись, работают. Вот погода тоже прекрасная, теплая. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, у кого есть пчелы. Коллеги. Все, на связи. Берегите себя, берегите родных. Аллаху акбар.